вот мы упаковались. Выезжаем с Архангельска. Выезжаем 16 числа. Машина забита под завязку. Едем вдвоем. Что смешного-то? Вот, попали на ремонт. Пока до Карелии доехать не можем. Надо менять топливный фильтр. Блин, да, пойдем ко мне, подниматься надо будет обратно. Дай так же колесом краем туда. Вон собака ходит, видишь, не глубоко. Озеро, 17 число, пробегу у машины от дома до озера 1430 километров. Поломались в Каргополе, ремонтировались. Довольный, тем и все, добрались. Все в порядке, машина не подвела. Ну вот, поупаковывались, собрались, выезжаем, в общем. Завтра снова приедем сюда, будем шмотки остальные забирать. Сейчас поедем с топочки и в путь. Нам ехать где-то примерно километров 10-12 до острова. Ну вот, выехали на озеро. Идем к своему острову, ну, где планируем делать базу. Идем потихонечку, никуда не торопимся сейчас. Поставим лагерь, ляжем спать. Ну вот, прибыли на базу. Затопили печку. Избушка такая небольшая, на 4 человечка. Тёмыч готовит яичницу, сейчас перекусим, едем обратно к машине, забираем остальные шмотки. Вот. И будем пытаться что-то порыбалить, наверное. Сейчас ловили, наверное, часа полтора. Места хорошие, затопленный коряжник везде. Брёвна, ну, должна быть рыба, а? Не берет. Вода прозрачная, метра 3-4 глубина. Все видно насквозь. Вот тут разобрал я свое барахло. Вот, я кидал не зацепляйки, джиги всякие. Сейчас вот хочу сделать, знаете, такую готовые поводочки со стримерами, с мушками. Вот, и, в общем, наверное, в этом месте мы пока остановимся. Будем
жить. Я царь горы! Сейчас возьму с собой дрова какие, не то что некоторые холостую сходят, пожрут и что-то. Вот так и живем. Да. Вот мы на острове. Таскаю, блядь, так и живем. А кто-то снимает, идет и живет. Вот, Тёмыч дров заготовил. Это моя гора, блядь. Вот мы в избе. Огромное озеро. Привет, дружок, кореш мой. Ну что, выспалась? Линда, ты на кого ругаешься-то? Эй, на кого ругаешься-то, старуха? Ты вчера нырял, ничего не видел, две щуки ты, да? Щуку одну. Ты видел где? Одну. Одну вот эту? Одну, да, щуку видал вчера. Вот. В общем, сидим у костра, поливает дождем, рыбу пока не поймали, у нас и без рыбы еды хватает. Да, пока тушенка не кончится. Вчера занырнул, вон гидрокостюм висит, обсыхает, проплыл, ну, довольно-таки много под водой, рыбы не видал особо. Вот нас спасает эта изба от дождя. Палатку можно не ставить. Собака довольна, наверное, больше, чем все остальные. Сидим, ждем у моря погоды. Комаров нет. Комаров, да, ни комаров, ни мошки нет. Да. Супер. Ну вот, с голыми ногами. Да. Как это? Севкав ТВ? Севкав ТВ, да. Третий день на озере. Поехали на рыбалку. 3 дня спустя. Вот у нас сегодня перестал идти дождь. Вон там, голубая. Выскочили, да. Вон небо чистое наконец-то появилось. Поливала она здесь, мама, не горюй. Вот. 2 дня отнырял. Видел за 2 погружения только 1 щуку. Видимость под водой шикарная, но что-то рыбы-то не видать. Ну вот, сидим, рыбачим. Рыба есть. Сиги, окуня. У нас уже тут в бочке так добротно рыбы. Сейчас будем коптить, жарить, солить. 1 щука. Сколько сигов-то? 5? 5 сигов, ну а все остальное окуня. Голодными не останемся. Спасибо снастям. Везде страшный коряжник такой. Надо будет в этом месте мне завтра, наверное, занырнуть, посмотреть. Вчера таких вот сигов-то, вот, ну вчера сиг и плескался, ее видно было по хвосту. Вчера были хорошие всплески. То есть рыба ходит, гуляет. Сегодня мы ее ловим. Вот так вот мы рыбачим, перерабатываем водные биоресурсы. Вот Миха на червяка сегодня поймал такого сижару. Чему он несказанно рад. Засолим 5-минуточку и под водочку. О, красава какой. Лодка летит, погода меняется. Ю-ху! Вот. Не, блядь, так нельзя, вот.
с икрой, как на мураканах, только размер в два раза больше. О, окуня, в Архангельске таких хрен ешь еще окуней. Все. Ну, а Михаил Анатольевич доволен, как слон розовый. Наливай. Спустя 3 дня приехали к машине проверить, как дела обстоят. Дорога такая была, ну, серьезная, конечно. И вот наблюдаю, что стоит Ауди. Ауди еще с прицепом. И Жигуль уехал. Да, как он проехал здесь, мама не горюй. Вот я понимаю, такая себе машина вот будет проходить, то ему-то можно в любом месте ползти. Но вот как мужики на Ауди приехали, это, конечно, мне непонятно. Вот, ну, патрики стоят, наш стоит агрегат, все на месте, все хорошо. Народ не хулиганит. Ну, все питерские номера в основном. Yeah. Вот тоже питерский стоит. А вот архангельский стоит. Щука в сметане с помидорами. Опа. Вот такое вкусное, да? Все. На этом это, видео обрывается. Щуку мы уже съели. Коронную. Теперь будем вот так вот делать. Чуть-чуть. Оп. Оп. Опа. Окунь на осине. Не до хрена жару. Потухнет-то. Все, следующая связь. Через 2 дня. Поехали. Мы не голодные. Щука в сметане, огонь коптится. Сиги соленые. Вот так вот. Да. Как в лучших домах Парижа и Лондона. Да. Не сидим в Архангельске. Приятного аппетита. Вот началась активная рыбалка. Наконец-то. Выспались, покушали. Вот так вот достигаются успехи. Ну-ка. Угу. Раз, два, три, вперед. Вот что-то сюда в рыбу показывает. Вот все. Рыба есть. Меха вперед! За рыбой, бля, кому-то. Он, по-моему, сейчас тебя отбивает. Этот. И холодный. У меня плавательный пузырь. Ну ты капец. Давай.
Вот это все, Миха. Все, давай, плыви и в тиандр. У нас Тёмыч тут задрал кого-то. Че, харился, лисик? Сейчас посмотрим. Сижара. Сижара, да. Хороший, да? Такой. Блин, полкило. Не ловил, никогда. Полкилошник. Тёмыч сига поднял, а я вон хорька только что поднял маленького. Вот так вот и ловим. Плавочку. А как он там? Держу, держу. А порыгал могу буду еще. Да, удачное место. Вот пока ездили, тут ловили он. Рыба валяется у нас тут. Окуни вон, сиги, щуки. Где там твой сик-то? Пожалуй. Сик хариус. Ездили, ловили на удочку, на блесну. Опять жерлица сработала. Хорошее место. Где там еще одна была сработана? Вот, а, вон еще одна сработана. Точно. Ну, вот так вот. Сейчас что-нибудь смотреть еще. Отмотала, видишь, полностью. Туда вот уж потом подрезу. Вон она сзади, вот здесь. Ага. Во, так ты отпусти. Живодер. Давай. Хороша. Трёха. Да, ништяк. Ну вот, выехали на вечернюю зорьку. Красота. Оп, чё? Ловим макушков. Вот у нас живцы плавают здесь. Три штучки, четыре. Три живчика. Где у нас там рыба-то? Тёма, щёлка покажи. Кайлочку. Сейчас я выложу. Много плескается ряпушка, наверное, по центру водоема. Рыба есть. Ловим потихонечку. Давай, поднимай его. Процесс пошел. Да. Блин, завечерело, так что, и рыба заклевала. А где? На блесну, да? А вот. Вон еще щука там в ногах валяется. Тут еще. Я на удочку ловлю, окуней сижу. Тёмыч на блесну щук херачит. Бригада какая. Хорошая дача. Заглотила, зашибись. Ну в этом самом же сейчас. Давай достанем. Че, вот щука хорошая.
только поставили, поехали ставить на другую сторону, а тут уже заболтало. Ох, какая, блин. Ух ты, блин. На, под корягой. О, вышла. Спортивному. Отлично. Спортивном. О, вот нормально. Трёху подняли. Ништяк. Идет, нет? Да, да, да. Самое интересное, что мы час назад поставили эту жерлицу. И за целый час такая же рыбина. И вот и оборвали. Капут. Но достали. Как ни крути. Вот одна уже есть на трешечку. Еще одна очередная жерлица. Через одну тоже размок. Вот корявник. Вот она. Вот она. Опа. Че? Черная, блядь. Не-не, ты это. Надо попозировать. Отлично. Скажи что-нибудь на камеру. Что говорить-то? Рыба, рыба. Но результат? На лицо. Вот только не надо поставили все. Да, да. Два часа водки не попили с новгородцами и все. Так, очередная жерлица. Тут, блядь, сейчас меня как укусит еще. Полторашка. Ну вот, порыбачили, сколько, 2, 3, 4, 5, 6 щучек, вот такие вот хорьки, сейчас их посолим, нашли место, где харю сегодня поклевал, горбачей такая кучка лежит, окунь, конечно, неплохой, клюет, на удочку интересно такого окуня ловить. Живца не нашли. Да, живца не можем поймать. Вот в чем проблема-то. Летний вечер рыбалки, утром уезжаем. Поднялся ветерок. Вот, окунь почему-то берет только на дальнем забросе. Но мы место это нашли 2 дня назад. Окунь неплохой. Да, час рыбалки. Окунь только дай. Кидай, кидай, он бац сразу. Бац есть. Блин, азарт меня уже перебирает, надо ехать, уезжать отсюда. Но вот уже в бочку накидал. Вот такие вот хорошие горбачи. Вот что я, грамм 300, наверное, такие хорошие. Thank you.
вот снимаю жерлицы. Вот одна сработка отмотала в сторону. Вот вторая сработка. Жалко, что без Тёмыча. Тёмычу завтра рулить. Вот, он сейчас пока кемарит, отдыхает. Я вот приехал сниматься. О, бьет. Вон там сидит щука. Оп. Сидит. Ну ладно. Мне не удастся одновременно. Ух, что творит. Уезжаем мы с места нашего пристанища. Можно этой избе помахать рукой. Она спасла, выручила, так сказать. Не ставили палатки. Жили в тепле. В сухом месте. Все хорошо. Сейчас все упаковываемся и выезжаем. Ну вот и все. Загрузились. Выезжаем. Озеро неплохое, но большое. Рыба немедленно, нужно ее найти. Да, Тёмыч? Так же, как и везде. Ну, так же, как и везде, да, надо рыбу искать. Но... Ну когда такое огромное озеро, где ты ее найдешь? Но мы нашли. Мы в этой гостинице ночевали, когда ехали в Карелию. Теперь едем с Карелии снова в гостиницу в Каргополе. Ужин скромный. И ложимся спать. Завтра уже будем дома. Нашли такую довольно-таки недорогую гостиницу. 700 рублей какое-то место. 700-800 какое-то место. 800 какое-то место. Здесь на камнях растут деревья на камнях. И отдыхает солнце свет здесь на плечах мохнатых скал. И на камнях растут деревья на камнях. Так что и ты найдешь здесь то, о чем во снах мечтал. Скалы в теплый мех одели, шапки сосен, лапы ели. Стужа вьюга не страшна им, скалам добрым, скалам старым. Но когда снега растают, побегу ручьи по склонам и дотронутся до неба скалы мхом своим зеленым. Здесь на камнях растут деревья на камнях. И отдыхает солнце свет здесь на плечах мохнатых скал. И на камнях растут деревья на камнях. Так что и ты найдешь здесь то, о чем во снах мечтал. Долгожители сухие, камни спят, укрывшись снегом. Ледовым одеялом дремлют древние Онега. Но весенним теплым солнцем будет все вокруг согрето. Берега умоют волны, сонный лес разбудит лето. Здесь на камнях растут деревья на камнях.
И отдыхает солнце свет здесь на плечах мохнатых скал. И на камнях растут деревья, на камнях. Так что и ты найдешь здесь то, о чем во снах мечтал. Озер лесных, нежно трогая макушки мудрых сосен вековых. Как приятно раствориться в тишине летнего утра, в теплый воздух превратиться, родиться заново, как будто. Здесь на камнях растут деревья, на камнях. И отдыхает солнце свет здесь на плечах мохнатых скал. И на камнях растут деревья, на камнях. Так что и ты найдешь здесь то, о чем во снах мечтал. И на камнях растут деревья, на камнях. И отдыхает солнце свет здесь на плечах мохнатых скал. И на камнях растут деревья, на камнях. Так что и ты найдешь здесь то, о чем во снах мечтал.